Девчонки, всем привет! Это видео будет опять про заказы. И заказы будут по каталогу Oriflame, Avon, Faberlic. И давайте покажу сразу, что я заказывала по каталогу Faberlic. Я заказала вот таких вот два блеска, две миниатюрки. Это серия «Нежный бархат», там была у них скидка или акция, как-то так. Если ты покупаешь два блеска, именно две штучки, то тогда каждый из них будет стоить по 19 гривен. В общем, я в принципе хотела разные оттенки, но остался только вот этот. Код этих блесков 4321. И это у меня оттенок «Хрупкая роза» называется. Он оставался один-единственный, поэтому я решила, в принципе, один блеск не брать, а взять два, как бы, с такой скидкой или с такой акцией, и будет один про запас. Полупрозрачный. Если вы его наносите на губы таким тонким-тонким слоем, то тогда получается он такой более естественный, что ли, даже немножко, наверное, выбеливает губы. Такой получается светловатый оттенок. Он не темный, не выразительный, не яркий, а именно такой более приглушенный, вот именно как пыльный немножко, вот именно пыльный оттенок. Сам тюбик удобный, мягкая упаковка, и открывается он вот так вот. Идет здесь кисточка, а не спонжик. Мне это очень понравилось. Как бы спонжики тоже неплохие, но кисточка, мне кажется, удобнее наносить. Не знаю, в принципе, удобный в использовании блеск. Я довольна. Запаха у этого блеска нет, а если и есть, то он еле уловим. Для тех, кто не любит запахи, такие вот ядреные в средствах для губ, я могу посоветовать. И еще что из Faberlic я заказывала, это был вот такой вот крем от серии, из серии Биокислород. Это у меня ровный тон, дневной крем. Должен выравнивать тон и подходит как база под макияж. В общем, здесь у нас 50 мл, 6 месяцев срок годность. Он идет увлажняющий. Мне, как для обладательницы жирной кожи, не очень сейчас весенний период нужен увлажняющий крем. Но так как я его уже попробовала, хотела все-таки оставить свой отзыв о нем, я его использую не как дневной крем, а как база под макияж. Он для этого подходит идеально. Мне он нравится. Сейчас у меня макияж тоже нанесен на этот... Ну, я его буду называть база под макияж. Как крем он тоже неплохой, но не для жирной кожи. Я неделю где-то попользовалась просто как дневным утренним кремом. Мне понравилось, но у меня слишком быстро жирнилось лицо. Как базу под макияж я использую именно на вечерние какие-то мероприятия, куда я зачастую наношу намного больше макияжа, чем в ежедневном использовании. И, соответственно, хотелось бы, чтобы мое личико выглядело холеным таким, каким-то, может быть, даже сияющим. Вот это средство, в принципе, мне помогает. Так он мне нравится, все, никаких раздражений, ничего от него не было. Для обладательниц жирной кожи не советую, подойдет для сухой кожи, для нормальной и даже, наверное, можно попробовать для чувствительной кожи, для комбинированной, смотрите уже. Вот это и весь был заказ по каталогу Faberlic. Сейчас перейдем к каталогу Oriflame. И заказывала я вот такую вот вещь. Это у нас маскирующий, подсушивающий крем Pure Skin для жирной и проблемной кожи. Наносите крем точечно на воспаленные участки. Я заказывала это средство из-за того, что я думала, что оно похоже на то средство, которое у меня есть. Я раньше заказывала от Pure Skin тоже вот такое вот средство. СОС называется. Здесь 30 мл. Тюбик выглядит вот так вот. И здесь написано, что это антибактериальный экспресс-крем. Быстрая помощь. Способ применения. Наносите каждое утро.
на проблемные участки кожи. Ну, я наношу обычно это средство на ночь, но сейчас не об этом речь. Я когда заказывала вот эту вещь, я думала, это то же самое, что и этот крем, экспресс-крем. Почему я так думала? Потому что другого ничего у них там нет. Сколько вот я уже заказываю Oriflame, уже, наверное, год. Не появлялось ни разу вот такой вот вещи. Поэтому я тут подумала, что они сменили дизайн и немножко название изменили. Не стали там писать, что это антибактериальный какой-то экспресс-крем, а просто написали, что там маскирующее, подсушивающее там средство. Но оказалось, не тут-то было. Это средство идет действительно как маскирующее. Оно с таким немножко... У него кремовая текстура. И немножко цвет, как у тонального крема, либо как у корректора. Да, больше это напоминает мне корректор. Девчонки, если вы тоже когда-то заказывали вот такую вещь из Oriflame, то вот эта вот штучка, это совсем разные вещи. Он настолько легкий, настолько какой-то даже непонятной текстуры, вот именно, наверное, текстуры того крема, который я вам показывала в предыдущем заказе. Он ничего именно мне замаскировать не может. Он просто дает именно вот желтизну за счет того, что он идет такого желтоватого немножко оттенка, неестественного именно. Поэтому нет, тоже вот говорю ему нет. Еще я заказывала на свой страх и риск вот такую вот вещь. Это у нас идет увлажняющий гель-блеск для губ. Экспресс-объем. В общем... Почему на свой страх и риск? Потому что эта вещь... Потому что я боялась, что эта вещь мне не понравится. Здесь 6,5 мл. Тоже неплохая упаковка такая. Из плюсов могу отметить. Неплохая упаковка. Наносится неплохо. Приятный запах. Такой какой-то конфетный. Яблочный какой-то вот, яблочные конфеты, либо яблочный сок, что-то такое вот. Из минусов это то, что этот гель-блеск липковатый, на губах он смотрится совершенно прозрачно, но немножко отдает такой отблик, на губах просто влажный такой эффект. Я не могу сказать, что это какой-то гель-эффект. Это просто бесцветный блеск для губ, который придает немножко такое сияние губкам. И, как обычно, мой консультант мне за заказ подарила подарок. Это тоже крем для душа. Это, по-моему, весенняя серия какая-то у них там представлена была. 200 мл здесь. Но пахнет именно цветочно и как-то даже немножко фруктами отдает, но больше цветами. Честно, запах такой именно весенне-летний какой-то. Из Avon я заказывала два карандашика. Заказ я совершала по каталогу пятому, если я не ошибаюсь. Заказывала я два карандашика. Один у меня супер шок. В общем, это гелевый лайнер для глаз. У меня в черном цвете он, суперский карандаш, честно вам скажу, он просто такой угольный-угольный, и он не стойкий, он растушевывается хорошо, мне он очень нравится, как для Smoky Eyes, либо просто даже делать им стрелочку, немножко так растушевывать ее, очень суперски смотрится, он очень-очень черный, и даже водную линию, когда прорисовываешь, глазки такие выразительные становятся, я просто в восторге от этого карандашика, и он очень-очень мягкий, так что советую, присмотритесь. Еще я заказывала каял, он у меня в синем оттенке, темно-синий. Это цвет, который я и хотела. Я в прошлых покупках показывала карандаш от Мальвы, который в синем оттенке. Он немножко не такого оттенка, которого я хотела.
на другом конце карандашика у нас идет спонжик. Это идеальный оттенок для меня, он и темный, и в то же время видно, что он синий, и, ну, не знаю, мне он очень нравится. И это были два карандашика не автоматические. Еще я заказывала пинцет и точилку для как раз таких вот не автоматических карандашей. Но, как сказал мне мой консультант, что точилок уже нет. В общем, мне пришел только пинцет. Раньше у меня был пинцет от Avon. Мне он очень нравился. Он был еще в таком розовом футлярчике. Я им была довольна. Он у меня продержался где-то, я не знаю, года 4, может быть, лет 5, вот так вот. И помню, что футлярчик у меня уже не закрывался плотно. Краска на нем уже стерлась давным-давно на этом футляре, но я все равно пользовалась этим пинцетом, пока его не потеряла. И вот вспомнив о том, что пинцеты у них очень хорошие у Avon, я решила заказать на пробу себе их новый пинцет, либо старый, но в новом дизайне. Обычный такой пинцетик, он небольшой, поместится в любую косметичку. Здесь идет заглушка специальная, я уже его тестировала, очень четко хватает волоски, очень четко их выдергивает, нигде не соскальзывает, нигде не пропускает, нигде не захватывает то, что не нужно. В общем, я этим пинцетом довольна. Да, это мелочь, конечно, но, честно, очень редко найдешь, особенно в обычных магазинах, какой-то качественный пинцет.